Новый отдел ЗАГСа располагается на улице Объездной в непосредственной близости к торгово-развлекательному комплексу «Красная площадь». Рядом с новым ЗАГСом размещена автостоянка для свадебных кортежей, которую обустроят в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Остается благоустроить прилегающую территорию. Отдел ЗАГС полностью занимает второй этаж многофункционального здания. Теперь каждый специалист ведет прием в отдельном кабинете. Очень красивое помещение у нас, очень благоустроенное, архивный кабинет у нас. Увеличилась площадь. Теперь каждый специалист принимает граждан отдельно в кабинете. Не так, что у нас была регистрация смерти и брака в одном кабинете. Это было и рождение. Люди приходят зарегистрировать рождение, а тут регистрируют смерть. Но я понимаю, что это события такие у каждого человека происходят. Но я думаю, что когда это все будет в отдельном кабинете, это более приемлемо. Этот день в истории ЗАГС и новой семьи Ивана и Оксаны Медведевых особенный. Заявление на регистрацию брака они подавали в старом помещении отдела ЗАГС, а регистрацию прошли в новом. Они первая зарегистрированная здесь пара. Понравилось в новом здании не только молодоженам, но и гостям. Я рада, то, что первый поход в новый красивый ЗАГС. Ну, очень доволен. Здесь современнее, все красивее, все новее, больше места. Очень красиво для просто гостей. Уютнее. Когда все обживется, вообще будет хорошо. Просторные холлы, вестибюль, удобный для фото и видеосъемки. В новых помещениях светлый зал для торжественной регистрации новобрачных. Гости теперь не стоят, а могут сидеть в удобных креслах в стиле ампир. К новоселью откроется вместительный гардероб. Завершится оформление интерьера просторных холлов и вестибюля. Вопрос о новом здании отдела ЗАГС стоял давно. С 2001 года количество регистраций браков и рождений увеличилось практически в 2 раза. В Анапу специально едут новобрачные, чтобы зарегистрировать брак у моря на одном из лучших курортов Черноморского побережья России. И теперь наш город создал достойные условия для торжеств. Лариса Басова, Артем Зибаров, Анапа регион.